говорит. Такая молодежь пошла. Каждый хочет изнасиловать или избить баб. Твои существа постарались на славу. Может, это существо решит исход сражения. Мне много полезно. Еще один довольный кубан. Знаете, кого еще хочется избить? Грудничка. Может, это существо когда решит исход сражения. Украденных из Тутси шуточек есть полюбившиеся народом все те же ситуации с лесбиян. Да зачем это вообще мы снимали эту часть? Можно начинаю было первую включить с циферкой 2 в названии. Хотя нет, ведь первая часть не была культурно ориентирована. Вот, например, бабушка приходит на награждение хоккеиста и ухажера Любы Харитона. Походу, это физрук полк у меня. Папа и мама Харитона очень старались, но по итогу у них получилась вот такая кокуля. Чего, блять? Почему вы дали денег на взломать блогеров? Эксперимент, очевидно, неудачный. Почему вы дали денег на бабушку 2? Ну, это был эксперимент и... И недоброжелатели скажут, что в это время это не связано ни с чем шутка. Это неправда. Вот, например, Саша потихоньку в больнице будет, если ребенок не сдаст историю. Я куплю тебе самый маленький торт. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Если спросите моего мнения, то лучше несовершеннолетнему приват заказать. Я эту историю специально назвал Фомич. Ее хрен знает. Видите, фильм полезен. Он говорит зрителю. Согласен, он от таких учить. Надо избавляться. Кто вот теперь тебе скажет, золотой. А что эксплуатирование было неверным решением? Лучше найми кого-нибудь, пока мы это не счетово. Кому нахер история нужна? Если дети будут ее учить, то они с хавном будут смешивать наши фильмы. Такие, как «Движение вверх» и «Т-34». Ну подумайте, кому от этого будет лучше? Обратите внимание на главную мысль фильма. Ложь, которая создала проблемы при возможной смерти ребенка, разлада в отношениях, по итогу и помогает от проблем избавиться. И это посыл Министерства культуры считает верным. Брать значит треки. Например, Хоп Муса и Обосуночный. И казалось бы, банда проникла в дом, вырубила охрану, и можно спокойно грабить. Но вдруг